Hello. I'm Mad Professor. Let's begin. Привет. Я бешеный профессор. И мы начинаем. Эксплуатация женщины. Вопрос не стоит, нужно ли. Вопрос стоит, как правильно. Знаете, это как с автомобилем. Можно, конечно, на кабриолете возить сено для коров. Даже удобно иногда. Но лучше это делать грузовиком или микроавтобусом на крайний случай. А вот на кабриолете лучше возить девчонок с развивающимися на ветру волосами. Красиво же? Ну и самая главная ошибка при правильной эксплуатации женщины – это готовы? Нет. Не то отверстие. И не мало денег. Самая главная ошибка – это спрашивать у кабриолета, как его правильно использовать. Понимаете? Если вы будете спрашивать у женщины, что ей нужно, что она хочет и тому подобное, то она наговорит много чего. И большинство из всего этого даже ей покажется бредом через пару минут. А остальное через пару дней, ну, через неделю максимум. И когда нам внушили, чтобы мы спрашивали у женщины перед походом в ЗАГС, будешь моей женой, но это лишь такая глупая традиция, которая на самом деле лишь атрибут вежливости. Как пионеры говорили, всегда готов. А к чему готов? Зачем готов? Почему готов? Насколько готов? Точно так же и с мнением женщины. Помните про менструальный цикл? У нее там гормоны фигачат каждый час, как вспышки на солнце. То она хочет быть хорошей женой, а через пару минут розовым единорогом. Потом она хочет быть матерью, а через пару лет осознает, что мать – это не только почетное звание. В общем, сложно это. И главное – лишняя трата времени. Потому что, задавая вопросы, вы приучаете женщину к тому, что ее мнение вообще что-то значит. А это не так. Абсолютно не так. Она начинает думать, что ей нужно думать. Абсурд. Женщине нужно любить. И все. Точка. Конец строки. Ну а вот когда она любит, то ее эксплуатация становится интуитивной, как у хорошо продуманной системы управления кабриолетом. Помните, да? Остались вопросы? Задавайте. Женщина – это просто, знаете.